Как пропущу его, я останусь без еды. Ну ты выруби тогда. Дойдет нахуй. Само да. А что готовишь-то? Я же говорю, мясо тушеное. С морковочкой, а? Лучком. Ключ продукта. Да ты вырубай уже нормально. В группе можно найти. Где это? Нихрена, вас там шестеро. На семь. Шестеро, блядь, в смысле шестеро? На кого они? Кирилл. Коннектится кто-то еще. Кирилл, ты вышел? Нет, может, Рой? Здесь. Рой здесь, блин, надо здесь. Он у нас будет. А Чингис Хигим? Хигим это кто? Ну, Сигим Го в другой пати. Он со Стором Кнайтом играет. Сейчас. Ну вон Чингис Сигим пишет, это Сигим. Он что, в двух лобби одновременно? У меня покажет. У нас 7, блядь. Кто так считает, нахуй, я бы не рад. Не, ну изначально было 7, а потом, видимо, дошел. Ну Роя нету, я Роя не вижу. Подожди, у него как там у него ключ-коды надо кинуть. Хуйню. Ну, ключ активации. Так там в обсуждениях в группе Антон скидывал вот, ключ. Я скину. Да, да. А что, типа этот? Без ключа не запускает, не открывается игра, да? Ну такое бывает, ну. Че, он сейчас типа сможет законнектиться? По идее, да. Мне нужен Тимоний. Голубой. Мне нужна энергия. Голубой. Ресурсы. Голубой. Ресурсы нужны. Голубой. Меня атакуют. Голубой. Мне нужны деньги. Голубой. Мне деньги, нужен Тимоний. Понимаешь? Деньги. Мне нужны ну деньги. Ну и что ты бы? Деньги. Понимаешь? Деньги. Вот он. Нужны ресурсы. Че играем? Голубой. Какую карту? Голубой. Ну. Голубой. Как играем? Ну смотри, я могу наблюдать, а вы 3 на 3 спокойно. Либо можно карту на 8 и меня в какую-то, ну типа в команду, где четверо, типа, и трое сильных против нас. Ну я типа вала буду ебать, все равно, типа. Ну это как знаете, типа. Я так записываю просто видос. Че у вас там получается, Кирита, Леонардо? Но если я с тобой буду в команде, придется как-то стараться, да? Ой, бля. А чё, вот при другом исходе нельзя стараться? Не надо, да? Ой. Ну типа он скажет потом, блядь, вот чё ты стоишь. Да. Чё с ним расставить надо? Нажимайте галочки, поехали. Нет времени ждать. Ичпомп, я не чувствую твоей готовности. А он мне говорит, я не чувствую своих ног. Буба, у тебя их нет. Буба, у тебя их нет. Хочешь забыть о боли в ноге? Или в руке, блядь. Кто тебя просил приходить сюда и все разломать? Дай-ка сюда свой я? Палец, говорит. Сука. Так, против нас розовый, красный и синий. Так, пацаны, короче, нихуя не делайте, войд все затащит. В смысле, нихуя себе, блядь. Сейчас нас разъебут, блядь. Вам, чтобы выиграть их, надо очень хорошо постараться. Там Данил вместе с Кирита, ну вдвоем могли бы с вами. Это гремучая смесь вообще. Ну Рой на уровне, ну по-моему Алексей даже выиграл. Да, вроде. Нихуя, ну все пизда нам нахуй. Я даже не видел, где вы там меня расположили, блядь. Сука, разведай нахуй, мразь. Я еще из края, бля, ёбаный свет. Все, пиздатель. Ну, в натуре.
Ладно, не оправдывайся. Ну что, у тебя пехота не исследует ничего? Да нахуй. Халявная реликвия, блин. Да пох. Ты второго разведчика сделал? Да. Проститутку вызвал? Не. Ну все, блин. Женатый человек, она ему не нужна. Такс. Уже, блядь, разъебывают, сука. Иди нахуй. Кто там синий, блядь? Рой ебаная, все. Заебал. Не бой, пацаны, уже в сторону за закирит. Войт, куда тебя несет? Нам конец. Нам конец. Войт, блять, ну куда ж ты? Че за Алинов играет? Не бать ему в спину нахуй накидывай. И бежит обратно. Ну че, молодец. Да я вижу. А зеленый это кто? Да блять, сейчас смысл на него нападать. Ебать нахуй. Нормально слют на 2-3 адика, да? Ага. А че ты туда побежал вообще? Тем более Рой по старой тактике играет через казарму. Начало. Бессмысленно тут, короче, крайние должны просто удерживать противника, пока центральные развиваются. И центральные должны накидывать. А, нифига, Кирита уже нападает. Леноры. Нормально. Во-во. Погоди. Аундо? Наверное, ты хотел написать Гондон, но... Не упадешь, да? А не, вы сейчас лучше не нападайте, сидеть. Рой, помогай. Рой, войск больше. Войт, не наступай, блин. Ай, ну пофиг. Thank you.
Ну чё, идём, нет? Или не идём? Бро, если чё, твои сигналы, по-моему, всем видны, да? Нет. Там же написано союзником. Союзником? Чё такое? Ебашим или чё? Не пали контору. Я вижу. А что, вы уже напали? Я честно, я хз, что тут делать, это ГГ уже. Да ёбаный в рот, у меня тут все криво, блять, получается, пиздец, короче. Поддержите, чё? Вот, строй оборону хотя бы,
чтоб мы не обосрались. Я хз, просто непонятно вообще, куда идти, на кого нападать. Там, блядь, хуёво, там хуёво. Ебать, Ларкас, ну как ты телепортируешься за 5 секунд, блять? Вот, объясни, как мы там срали у синего? Нас же было больше, гораздо, и Ларкаса там нету. Вот, тебе надо было хуярить, блядь, казарм. Пиздец, эти еще долбоебы что-то бегают. Я не могу разорваться. И так с двумя дерусь. Во, Войд, пошел. Это вы. Да блять, покусите вы здание, блин, тупые юниты, суки. Войд, фокуси город, Войд. Да все фокусится уже, вон, видишь, снизу. Давай, деточка, давай.
Ну все, вот мы, блядь, просрали натиск. Можешь смело отступать. Иначе сольешься. Фиолетовый. Аккуратно там. Главное, чтобы пушка по городу. Ну ведь честно, я, например, растерян, я хуй его знает, в как... что делать. Но синего продавливай. Что-то... Там с Данилом вроде бы фиолетовый справляется. Вроде бы. Войт отступил, потому что ты сольешь войска. Тащи его, тащи, как в последний раз. Я он тебе город Крита вернул. Носит конкретно. Крита? Выносит? Ну Крита да. Рамбио убил. Ну вот. Я же говорю, он выносит. А, он выносит. Золотишко есть у тебя? Хотя пока не надо. Ага, ну во, заебись. Уже минус один. А кто минус один? Ранчо. А. Не, ну если минус один, то все, пизда.
А ты что там возле города стоишь, Ленардо? Возле красного? Туплю. Что я еще делаю? А. Блин, вот ты город забрал, конечно, круто. Не, ну я тебе это кидаю ресурсы все-таки. Просто, блядь, зафокусил героя городом. Да вообще хз, что тут делать? Просто пиздец. Блять, не прошло и года, тупые вы, суки. Эх, всё, пизда. Кстати, копишь Войд? А? Деньги куда копишь? Да вон. Толку от этого, конечно, будет мало. Ну да, наверное. Блять. Подожди, у него вот так вот. Я подумал. Ну, я вижу, но я отдал тебе эту хуйню на всякий случай. Yeah.
Вызывай этих чубрик. Или у тебя... А, маны не хватит. Бля. Жалко. Ебать, Кирита там выжигает просто напалмом. Это, блядь, пиздец, это дело времени. Чисто, блядь. Колбасимся. Тут уже все понятно. Нафиг вы играете, я все равно уже вышел. Я не знаю, нахуй не играл. Ты вышел? Да. А, я хуй знаю. Не заметил.